Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И я расскажу вам сегодня о коляске от компании Inglesina. Называется модель Aptica New. И эта коляска на самом деле меня удивила своей комплектацией. Такой комплектации я не видел нигде. Это очень необычное решение. Оказалось очень полезным, кстати, решением. Вот, эту момент, о чем я сейчас говорю, мы увидим чуть позже. Когда мы закончим обзор люльки, я вам покажу, что там интересного в этой коляске есть. Вот. И вообще коляска имеет столько классных решений, которые, знаете, встречаются что-то в одной коляске, что-то в другой. А здесь они все запихнули в одну коляску, сделали... Ну, такая коляска без особых слабых мест за... Она не дешевая, друзья. После обзора пройдите по ссылке внизу в описании на магазин First Buggy. Там поймете, о чем я говорю, о цене. Просто цены же меняются, сами понимаете. И там будет она актуальная. Но она очень вменяемо стоит в своем классе, скажем так. Это практически, можно сказать, премиальный сегмент, но не ультра-премиум, скажем так. Вот, скажем так, вот до 100 тысяч рублей. На сегодняшний день, опять же, цена внизу в описании. Это всесезонная коляска, цвет, который сейчас мы с вами рассматриваем, судя по всему, это у нас Resort Blue, цвет называется, если мы здесь правильно указали, насколько помню, да. Inglesina — это итальянская компания, друзья, сразу в начале технических характеристик базовые вам назову. Производитель дает год гарантию, вес у нее с люлькой 12,8 кг, с сиденьем прогулочным блоком, его мы увидим, конечно же, 10,6. Это небольшой вес для такого рода коляски. У него очень хорошие показатели по наклону, в сидячем положении 100 градусов, но 160 в лежачем. Не самый лучший показатель. До 4 лет коляска, 4-5 года где-то, 22 килограмма выдерживает. Вот, у нее ширина колесной базы, друзья, 52 сантиметра. Я такой показателя не видел в полноразмерных колясках очень давно. И размер люльки здесь просто впечатляющий. 78 на 35. В общем, она широченная, огромная, и вообще вопросов к ней нет. Давайте сразу пробежимся по комплектации. Фирменный подстаканник, кстати, да, будет идти. Матрасик, поставка. В общем, в принципе, ничего дополнительно особого здесь не получится, только подстаканник. Ну и тот нюанс, о котором я говорю. Вот стоит в уголке. Сейчас посмотрим. Вот, собственно, и все. Точные характеристики, опять же, по ссылке внизу в описании будут, друзья. Вот она, люлечка. Большущая, вместительная, на круглый год. Вообще без проблем. И летом очень хорошо подойдет. И зимой поместится даже в большущем меховом, пух, плисовом, каком угодно конверте ребенка. Поэтому все хорошо. Что касается ткани, друзья, очень приятный, мягкий, вот прям реально кайфовые ткани, потому что вот чувствуется, что она износостойкая, но не грубая, она мягкая. В общем, ткани у меня вопросов нет. Ну, естественно, непродаваемые, гипоаллергенные, там все-все это все есть. Также, видите, у нас вытаскивается дополнительно вот такой козыречек от солнца, если нужно. Фишечка прикольная. Летом мы можем вот так вот открыть секцию дополнительную, проветрить, если вдруг нам это понадобится, можно сделать без проблем. Так, регулируется здесь, кстати, козырек с кнопками, а кнопки, скажем так, здесь с памятью. Мы просто нажимаем внутри кнопочку одну, кнопочку другую и опускаем. Вот. Накидочка на ножке у нас здесь тоже, соответственно, присутствует. Фиксируется она кнопочками и здесь на резиночку, чтобы никуда ничего не улетело. Вот такая вот накидочка, достаточно теплая. И видите, какой высокий бортик, чтобы не задувало ребенку зимой. Очень хорошо все. Так, пространство внутреннее, друзья, вот она очень огромная. Очень крутые материалы, очень мягкие, приятные. Вот, и фишечка здесь, это вот этот матрасик. Видите, он здесь двухслойный, и есть вот такой валик, есть такая, знаете, вещь, как кокон Red Castle. Вот там точно подобная же система используется, под коленки ребенка регулируется валик в коконе. Здесь нечто подобное используется, видите, есть ниши,
куда просовывать этот валик, чтобы под коленочки, под спиночку ребенку можно было все регулировать. И этот матрасик, видите, он с креплением под ремни, можно будет в прогулочный блок все это ставить. Он дышащий полностью и очень-очень приятный на ощупь. Реально здесь все очень круто сделано. Так, в самой люльке, друзья, в основании мы видим, что есть возможность посадить ребеночка. Очень просто это сделать. Сейчас покажу, как это делается. Вот, люлька тут реально прям очень крутая. Так, смотрите, можно вот здесь вот открыть, проветрить. Вот. И посмотрим на нее снизу. И посмотрим на эту вентиляцию дополнительную. Так, берем. Что мы здесь имеем? Соответственно, вот отверстия, которые есть, имеют свою задвижку, чтобы можно было открывать и закрывать. И с помощью вот этой вот крутилочки мы как раз можем отрегулировать угол наклона спинки в самой люльке. В общем, максимальный функционал здесь использован. Я каких-то дополнительных опций в других люльках не видел. Поэтому люлька тут реально прикольная. Так, и давайте теперь посмотрим на ту самую подставочку, о которой я говорил. Интересная комплектация у коляски. Есть вот такая вот подставка. На нее, друзья, мы можем поставить и люльку, и прогулочный блок там дома, например. Вот так вот ставим. Если у вас там дома нету места, да, вы можете эту люльку использовать как кроватку дома, в конце концов, просто установив ее вот таким вот образом. Как по мне, красота. Также становится и прогулочный блок в эту колясочку, ой, в эту подставку. Поэтому все хорошо. Так, теперь перейдем с вами к прогулочному блоку. Блок, естественно, реверсивный, друзья. Вот такой вот блочок у нас. Он очень легкий, прям вот очень легкий. И поэтому с ним она весит всего 10,6 кг. Он прям невесомый. Видите, у нас здесь дополнительная секция, тоже сильно увеличивает козырек. В общем, козырек тут прям царский. В общем, посмотрим с вами на него в деле. Вот таким образом это все выглядит. Козырек полностью бесшумный. И как раз таки, видите, то, что я говорил, 160 градусов в прогулочном блоке. Она не полностью горизонтально лежит, но зато очень хорошо сидит. 100 градусов. Капитанская посадка. Вообще прекрасно, как по мне. Подножки снизу, видите, тоже здесь использованы типа эко-кожи, чтобы от ботинок не портить ткань. И, соответственно, достаточно практичное решение. Что у нас тут? Тут у нас пятиточные ремни, мягкие накладочки на паховой зоне, на плечевой, все хорошо. И что мне нравится, достаточно все мягенько сделано. Все хорошо. И посмотрим сейчас в горизонтальном положении максимально выдвинутый козырек. И в комплекте еще идет вот такая вот накидочка на ножки. Видите, она с дополнительным нахлестом, чтобы залазить, скажем так, на подножку полностью. Застегиваем тут на кнопочках. И получается, что ребенок у нас тут спрятан как в танке. Ну, я не буду полностью одевать. В общем, вот так сделали. Все, ребенок полностью закрыт, спрятан от непогоды. И вот все ткани мне нравятся. Они вот прям приятные, вот классные ткани. Редко так, чтобы прям вот приятная была ткань. Так, что касается блока, друзья, он реверсивный, само собой, и по ходу ставится, и против хода ставится, само собой. Вот, что касается безопасности, ну, ремни я вам сказал, также у нас имеется и бампер, который как калиточка можно откинуть, он эко-кожей обшит, как и ручка. Вот, кстати, ручка у нас здесь регулируемая по высоте, вот нижнее положение. Вот, и вот верхнее положение. Соответственно, под любой рост можно спокойно все это отрегулировать. С этим все хорошо.
Вот. И давайте посмотрим, друзья, на основание, что из себя представляет конструкция, колеса, багажник и все остальное снизу. Ну, собственно, снизу мы видим тот самый подстаканник, который идет в комплекте. Он у нас универсальный, раздвижной. Я думаю, что даже 0,5 сюда стаканчик спокойно войдет. Все хорошо. Вот, колеса у нас здесь с вами, друзья, не надувные, просто резиновые, но они мягкие, по-настоящему мягкие. Вот, и коляска хорошо, приятно, тихо, так дорого едет, есть у нее такое. Вот, мне нравится, что здесь очень большой багажник, который вообще не боится влаги, там даже есть сливное отверстие такое вот интересное. У нее очень большой доступ спереди, он длиннющий, большой, высокие борта, ничего вывалиться не будет. В общем, с багажником тут все окей. Амортизация у нас сзади присутствует, спереди антишок, амортизация, естественно, есть. Что касается тормоза, нажимаем, встали, чуть-чуть снизу ковырнули, поехали. Тут у нас есть дополнительный кармашек. В принципе, нормальное, практичное решение всей этой конструкции. Ну, передние колеса блокируются само собой. Так, и теперь давайте попробуем, как это все добро складывается. Чтобы сложить колясочку, нам нужно с вами спиночку эту вот так опрокинуть вперед. Ручку. Кстати, блок складывается и по ходу, и против хода. Это очень удобно. Что нам нужно? Здесь видим ручка, кнопочка, пул и все. Колясочка как бы съехала. И, собственно, давайте попробуем ее поставить. Все, можем поставить. Соответственно, офигенное решение, как по мне, и много места не занимает, складывается прям вот вообще все как по маслу, по рельсам, раз-раз. В общем, система сложения мне здесь нравится, и никаким образом прогулочный блок не касается колес, ничего не пачкается, все легко стоит, ну прям красота, как по мне. Так, чтобы разложить, здесь вот нажимаем, поднимаем так, все очень просто. Прям максимально просто. Бывают замудренные там системы всякие, там нажми, тут подержи, там дерни. Здесь все четенько, все красиво, все нормально. Ну, давайте попробуем вот эту секцию закрыть. Насколько он у нас козыречек. Будет меньше. Все. Ну и опять же дополнительная секция, как и в люльке, все это убирается внутрь. Ну, козырек, скажем так, если это все не выдвигать, так скромных размеров, но в принципе достаточный. Так, собственно, друзья, всю информацию, которую хотел донести, я вам донес. Как по мне, максимально прикольная колясочка, качественно сделана, хорошие, грамотные инженерные решения, офигенно классно складывается. Вот, плюс у нас есть еще и подставочка для люльки, прогулочный блок туда можно поставить. Если ограниченное пространство в квартире, бывает студия, в конце концов, 24 метра, туда кроватку особо не запихнешь. И вот такое решение с подставкой под люльку от коляски очень даже имеет место быть. Вот, ну и в целом, качественная, интересная колясочка, которую я смело могу рекомендовать к выбору. Инглезина бренд очень давно на рынке, хорошая репутация, хороший сервис, мало гарантийных обращений, в принципе все окей и доверять можно. Поэтому можете приходить к нам в сеть магазинов First Buggy, первая коляска, нас много в России, прийти, пощупать, убедиться в моих словах, то что в обзоре вы услышали и соответственно принять решение. Ну а я рекомендую вам сделать главное правильный выбор колясочки для вашего ребенка и удачи на дорогах, всем пока!